Ну, если говорить прямо такое диаметрально противоположное направление от моей основной работы, то я какое-то время хотел заниматься кино. И всегда мне очень нравились компьютеры, именно в осознанном возрасте я начал их осваивать, и я бы, наверное, при определенных обстоятельствах в этом направлении бы двинулся и стал бы именно этим заниматься. Мне нравятся киноспецэффекты, мне нравится вообще все, что связано с каким-то креативным процессом в кино. Мне кажется, это удивительный инструмент. Вот. Метания мои были, наверное, не столько в выборе направления вне цирка, сколько в самом цирке. У нас с братом даже однажды был такой серьезный спор на распутье, и я благодарен, что он меня переубедил. Я не хотел заниматься хищниками вообще. И мне казалось, что мы должны выбрать свой собственный путь, и мы должны не идти по стопам отца. И у меня было для этого как бы повод был, потому что мне казалось, что, во-первых, переплюнуть отца очень трудно, можно потратить всю свою жизнь, просто его копируя. И зачем это делать, когда это люди просто не поймут, скажут, ну да, хорошие дети своего отца, тем не менее. Вот. Я хотел заниматься жонглированием, я хотел заниматься акробатикой, и в этом амплуа как бы достичь каких-то определенных результатов. Но потом я понял, что, в общем, я счастливый человек, и все, что есть у меня сейчас, не требует поиска каких-то других иных направлений.